новости Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Безвизовые дебаты. Европарламент готовится голосовать за отмену виз для украинцев. Дадут ли голоса? На ковре под куполом, как отчитывалась и в чем убеждала глава НПК депутатов. Сирия и химическое оружие. Кто виноват в атаке на мирных жителей?